В Приморье устраняют последствия наводнения, принесенного тайфуном Лайн-Рок. В потопленных районах ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Сейчас, чтобы не допустить распространения кишечных инфекций, воду в скважинах и колодцах очищают и дезинфицируют. В регион доставлена вакцина против гепатита А, дизентерии, брюшного тифа. Жителям потопленных районов уже делают прививки. Из-за наводнения в свои дома до сих пор не могут вернуться тысячи человек. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал губернаторов региона оказать гуманитарную помощь. Также он обратился к командованию Министерства обороны с просьбой оказать содействие и помощь жителям, которые пострадали в результате наводнения. Вот об этом шла речь на видеоконференции командующего войсками Восточного военного округа Сергея Суровикина. С главами районных администраций Приморья он общался. Полномочный представитель потребовал в оперативном режиме осуществлять мониторинг захода восстановления работ, ремонтом зданий и сооружений, мостов, дорог, уделив особое внимание вопросам удовлетворения потребностей граждан. Выполнение поставленных задач организовать в форме проведения тактиков специальных учений с инженерными войсками, войсками связи, разведки, радиационной, химической, биологической защиты, подразделениями и системами материально-технического и медицинского обеспечения. В Приморском крае уже неделю действует режим чрезвычайной ситуации. Ситуацию ухудшают и непрерывные дожди. Разрушено 70 мостов, свыше 200 километров дорог. До сих пор потоплено больше 40 населенных пунктов. Многие из них отрезаны от внешнего мира. Людям могут помочь только спасатели и военные, которые сейчас наращивают свои силы в Приморье.